Давай, включай, она уже вышла. Конечно, стрёмно ее сломать. Столько эмоций, слухов, ажиотажа. Цена охренеть. Куда хочу, туда и попадаю. Подарите тренеру клюшку. Айпад. 3 билета на группу «Ленинград». Скажу честно, было жалко. С Богом! Пришла в большой коробке, весила 100 кг. Давай, включай, она уже вышла. Только слухов, ажиотажа. Цена охренеть. Всем привет! Вы на канале «Хоккей для всех». Новый год, новые лица. Я ваша новая ведущая Мария. Поехали. Спортсмены, здрасте. А никто не знает, как мотать вот это? Да где ты ее взял? Это не важно, где я ее взял и за сколько. У нас сейчас обзор, как мне ее, так, не так. Это, кстати, Егор. Сейчас мотаешь, потом вырезаешь. Вообще мотать не надо, так оставить. А, вот есть версия. Мотать не надо, так оставить. Егор, твоя версия. Что с клюшкой делать? 30 тысяч. 30 тысяч. Положить на полку и пускай. Это понятно, но мне надо сейчас для себя. Короче, будем пробовать. Все, спортсмен, спасибо. Столько эмоций, слухов, ажиотаж. Цена охренеть. За что? Почему? Все вокруг нее одной. Что ж, будем разбираться. Зашел я в раздевалку, все в шоке. Никто ее не видел, еще в руках не держал. Сегодня мы ее получили наконец-таки. 77 флекс, 92 загиб. Самый первый был вопрос, когда я ее увидел вообще. Как ее обмотать? Я попробую сначала низ, потом ее полностью перемотаю. И, наверное, почувствую какую-то разницу. А может быть, ничего не почувствую. Вот, но будет интересно. Конструктивный материал – углеродное волокно 18К с плетением Текстрим. Ну все, пушка перемотана. Низ я перемотал. Я очень хочу с ней выйти на лед. Ужасно легкая, в руке лежит идеально. Я леворукий, левая рука с данным шафтом. Прекрасно. Мягкая. Главное не сломать. Очень дорогая вещь. Не знаю, чего от нее ожидать. Очень хотелось ее побыстрее получить. Долго она шла, но пришла. Пробуем, тестируем. Ощущения обязательно расскажу, поделюсь. Короче говоря, в бой. Легкость, мощность, улучшенный контроль, лучшая загрузка и выгрузка энергии, современный дизайн. В общем, спортсмены, нереальное ощущение. Кистями летит. Она выстреливает. Клюшка классная, это что-то. Данную клюшку я купил за свои деньги, поэтому я буду говорить так, как оно есть. Клюшка реально бомба. Никакой Бауэр мне ее не присылал, поэтому нахваливать не буду, но сделаю, наверное, бросков 50 кистевых с разных точек. Пока что я ничего круче в руках не держал. Флайлайт нахваливал, потому что она мне реально понравилась. Но это что-то такое. Именно за счет вот этого пера, рогатки, получается кистевой. Он как выстреливает, то есть шайба летит гораздо быстрее, сильнее, верхом. Просто супер, эмоции прям переполняют. Честно говоря, не верил, смеялся над этой дыркой, не понимал ее. Но на данный момент очень интересно. Сама труба очень удобно лежит в руке, очень, прям просто она. Конечно, стрёмно ее сломать, молодцы. Реально клюшка умная, очень легкая, очень удобная. Прям классно, прям классно, просто здорово. Крюк по технологии Sling Tech имеет абсолютно новую конструкцию. Благодаря отверстию в крюке созданы две секции с различными свойствами, которые работают вместе при загрузке и броске. Вообще летит, просто летит. Верхом, куда хочу, туда она летит. Куда хочу, туда и попадаю. Здорово, здорово. День рождения у меня не скоро, Новый год прошел. Праздник какой-то нужен, нужен повод, чтобы мне ее подарили. Команда хоккейка, уважаемые спортсмены, подарите тренеру клюшку. Шутка. Эдгар просто светится от счастья. Я думаю, что клюшка реально крутая. Очень круто. Легкая, удобная, просто хлесткая. То, что надо. Я именно хотел 77, не 87. Кистевые броски летят просто. Ну, это непередаваемо, это надо ощутить самому, тогда поймешь кайф данной модели. Не хотел я щелкать, скажу честно, было жалко, но сейчас разошелся, настроение поднялось. Время 11 вечера, 11:30. Поэтому пару раз я все-таки щелкнул.
надо все-таки попробовать. Не знаю, когда в следующий раз будет возможность поиграть такой клюшкой. С Богом! Один щелчок, и так стремновато. Такое чувство, она сейчас где-то треснет и просто вперед отлетит. Я тут вся замерзла. Ну что, снимаем ленту. Попробуем перемотать ее полностью, посмотрим, какой эффект тогда будет. Потеряется ли та легкость, пера, как она выстреливает за счет того, что я дырку закрою лентой. Вот я перемотал клюшку полностью. Сейчас попробую немножко с ней побросать. Почувствую ли я разницу? Поехали. Верхняя часть – повышенная жесткость, которая придает крюку стабильность. Нижняя часть – повышенная гибкость. Неважно, как вы перематываете данную клюшку, шайба летит просто здорово в любом случае. 500 кончиков, 750 дошиков, iPad, 3 билета на группу Ленинград, билеты на Сапсан 3 штуки, либо Bauer Nexus ADV. Решать вам? Сейчас покатались с ней, попробовали. Опять же, будет много разных мнений. Но я скажу чисто от себя, чисто свое. Очень клюшка понравилась. Повторюсь, когда я увидел, я ее вообще не понял. То есть что, чего, для чего, зачем. Но на льду она себя проявила идеально. Очень круто. Именно кистевые. Щелкать я щелкнул 3 раза. Ну, немножко страшно, потому что если она разлетится, это будет провал. А у меня такое ощущение, что разлетится. Клюшка, кому интересно, пришла в большой коробке. Весила 100 кг. Первый раз я такой получил. И в коробке находился такой вот конверт. Nexus ADV серия Bauer. И здесь вот такой вот сертификат. То есть я обладатель данной клюшки, оригинальная клюшка. Также есть вопросы, если будет удар клюшкой сверху по вот этой части. Хотя Bauer утверждает, что она здесь укрепленная, да. Но не знаю, либо наступит кто-то коньком при хорошем весе. По идее он ее просто разломает напополам. В руке она просто идеальна, то есть ты ее один раз взял, все, она у тебя не выскакивает. Ну и, конечно же, вес, он дает о себе знать. Легкая клюшка, сейчас все гонятся за легкостью. Не зря Bauer создали клюшку в 365 грамм. Я думаю, что по технологиям это не так просто, но они молодцы. Те, кто ее смогут купить, я вам по-доброму, по-белому завидую. Классная вещь, классная штука. Спасибо ледовой арене «Озерки» за предоставленную возможность для съемок. Здесь приятно тренироваться. Большой выбор новой и БУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».